Терроризм. Никто не застрахован. В Иванове на этой неделе сотрудники спецслужб отрабатывали методы борьбы с террористической угрозой. По легенде, 5 вооруженных мужчин проникли на территорию Вадской плотины. Объект злодеи заминировали. Силами оперативников боевиков удалось своевременно обнаружить. 3 из них скрылись в лесу. 2 захватили маршрутку с пассажирами. Обе группы террористов были уничтожены в ходе спецоперации. Заложники не пострадали. В антитеррористических учениях под условным названием «Шторм-2015» приняли участие около 350 военнослужащих и сотрудников УФСБ, УМВД, МЧС и других служб.